Привет всем! Сегодня из газового баллона будем делать казан-мангал. Сейчас я вам уже подготовил его. Сейчас поставлю, чтобы вам все видно было. Ребят, налил воды предварительно. И сейчас нам надо отмерить, сколько обрезать его. Я возьму вон этот маркер. Я так примерно прикинул уже, где-то 40 сантиметров нормально будет от самого конца. У меня, ну, такая линейка. Сейчас по кругу вот так вот пройдусь, везде по 40. А потом линию соединю. Отмерил. Теперь будем соединять линии. Я пунктирчики сделал. Очертил все я. Ребят, в итоге, если кому надо узнать, как открутить винтель, в итоге предыдущий ролик посмотрите. И в итоге там очень легко и просто, ничего сложного нету. Теперь нам надо его положить на бок, ребят. Он у меня полный, пусть вытекает, ничего страшного. Сейчас вытечет хотя бы половину, потом начнем резать. Ребят, не забываем одевать защитные очки и начинаем болгарочкой пилить. Ребят, в итоге закончил я пилить ее. Смотрите, я одел медицинскую маску. Пыль летит. В итоге лайфхак это для вас. Продолжаем дальше. Разоединили мы его. В итоге сейчас сольем отсюда воду. Перевернем. Внутри он выглядит вот таким образом. Наша топочка будет вообще шикарная, ребят. Дальше что? Сейчас остынет, высохнет. И нарисуем дверцы, где у нас будет. Не удержался, принес казан померить. Вообще красотища. Как будто он здесь и родился. Пока сохнет, ребят, я решил насверлить дырок одну здесь по центру и по бокам еще штук, не знаю сколько. Отметил, где наша дверца будет. Вот нарисовал, начинаем пилить. Я здесь уже начал. Вырезал дверцу, сейчас стукну и будет все нормально. Что-то не хочет. Все, ребят, дверца готова. Берем вот эту дверцу, что мы отрезали с той части баллона, прикладываем к этой и начинаем вот так вот обводить. Большего диаметра сделаем и потом уже приварим, чтобы не было ни щелей, ничего. Вырезал я еще одну часть. Это теперь нам не нужна. И потом дальше я покажу, что будем делать. Вот наша дверца. Смотрите, как четко она подошла сюда. Закрыла все. Сейчас петли наварим. Будет вообще все шикарно. И замок поставим. Дверцу я уже приложил, ребят. В итоге я снимать не буду, как я буду делать все дело варить-то. Потому что неудобно одному. Вот петельки. Петельки вот так поставлю, две. Приварю, потом включусь, когда все готово будет. Приварил я петельки наши. Вот открывается, как у нас все четенько. Сейчас буду придумывать сюда запор какой-нибудь, замочек сделаю. Вот сконструировал я вот такую ручку, ручка со старой печки. Печки уже нету, а ручка оставалась, жалко было выкидывать. Вот она мне пригодилась. Вот так вот все теперь открывается. Закрывается. Теперь осталось нам ножки сделать. И здесь отдушины сделаю. Я сейчас все покажу. Вот начал я уже ножки варить. Вот так вот как-то будет 4 штучки. Так это пока думаю, я не знаю. Вот варю, а там дальше уже видно будет. Приварил ножки, они вот так вот сейчас вот в таком состоянии выглядят. Нарезал таких вот 4 квадратика, вот так сейчас приварю, чтобы в землю не уходило все это дело наше. Вот в таком она сейчас в виде. Я вам пятаки эти приварил. Сейчас вот здесь вот сделаю отдушины. Нарежу с 4 сторон и включусь.
Ребят, все сделал. Казан мангал наш готов. Вот так вот он открывается. Можно теперь туда и дрова, все что угодно подкидывать, готовить. Теперь осталось его обжечь да покрасить. Ну все, ребят, кому была идея такая интересная, ставьте лайки. Кому нет, дизлайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, пока.